Доброго утра всем! У нас уже 10 часов, мы сегодня спали аж до 9. И сейчас проснулись, установили с Сержуней игру Far Cry. Вчера мы скачивали ее из MediaGet, кажется так. MediaGet, как-то так называется программка. В общем, Far Cry 4 скачали, установили, и она пошла. Не знаю, будет ли она там виснуть или нет. Но пока Сержуней играть-то некогда. Вот. А что дальше у нас по плану? По плану завтрак. Сержня как раз поехал за молоком, за чаем, за хлебом, потому что все закончилось. Нет ни молока, чтобы попить кофе с молоком, ни чая даже детям. Так что он сейчас поехал все купит, и мы как раз будем завтракать. Или уже а-ля завтрак-обед где-то посередине. Вот, а я сейчас хочу пойти себе брови накрасить, потому что они, конечно, вообще уже их нет. Вот такая вот штука, вот я крашу. Здесь все в наборе уже есть, кроме кисточки, но там была палочка, но она меня не устраивает, поэтому я взяла обычную скошенную кисть из китайского набора. И, в общем, ей и прокрашиваю все. А здесь, я так понимаю, что вот эта вот палочка для нанесения. Ну, не знаю, я ей просто все смешиваю, но не наношу. Так, ну все, вот теперь вот я вот такая вот на бровях. Жду 10 минут и все смываю. Ну, вернее, ватным диском все протираю и все. Тебе не дали опуколь? Да. Ну иди говори, чтобы тебе давали опуколь, хорошо? А бабуля, ты узнал? Ты узнал, бабушка? Нет. А чего? Ты испугался? Ты думаешь, что бабуля брови выщипала? Да. Да. Мы хорошие. А что ты ходишь раздетый? Сейчас, скажи, мы покусаем, будем одеваться, да? Да. Папа, лимонники. Папа купил рыбку. Это у нас будет на обед. Пюре с зажарочкой и селедочка. Помидоры, огурцы, чай. Сосиски. Это на завтрак, да? Два хлебушка, два молока, два кефира, еще один чай вот такой вот. И куравьи, это Гришина любимая. А вон папа дали более попить. Это кто все нам купил? Папа. Ну, очень хорошо, Вера, сказать брови. Не, ну сейчас уже лучше, когда брови, да? Да. Сейчас нам папа чай сделает и кофе. Не, мне побольше чуть молочка. Будем завтракать. У нас сегодня омлет с сосисками. Ага. Ага. Всегда такой завтрак надо. Всегда такой надо? У нас уже 11 часов. Смотрите, что тут дети принесли. Тыкву уже начали убирать. Урожай на Гришином огороде. Обалдеть, какая клевая тыква. Достаточно большая выросла. Ну, хотя есть и больше, конечно. Так, я сейчас буду смотреть яблоки. Вот сверху они здесь почти не подсушились, а снизу, я уверена, сухие. Сейчас будем проверять. Я теперь просто поменяла противни местами. И все, самый нижний. Вернее, самый верхний стал нижним. Вот этот вот самый нижний, который был, он уже практически все сухие. Вот. Очень вкусно. Особенно, если яблоки сладкие, то вот эта сушка настолько сладкая получается, сахар настолько концентрируется, мне очень нравится. И Афонька у нас тоже любит вот такие яблочные чипсики. Нет, больше только нет. Да. Сейчас все. Остальное не доспевшая. Угу. Потому что скоро зима. Ну да, чувствуется. Сегодня вообще похолодало, да? Чувствую ее. Ты хочешь уже зиму? Чувствую ее. Прям зиму чувствую. Ветер как у зимы. Здоровская. Давайте я вас сейчас сфоткаю. 25. Афонечка, иди садись с братанами. Так, ну что, сейчас у нас, в общем, трудовые выходные. Дети там на огороде. Сержуня там что-то будет, какую-то там плитку доделывать. Все там возле мастерской. А я... У меня вчера, знаете, какая была мечта? Мечта идиота убрать в кладовке. Вот я это сделала и подмести под навесом. И сейчас покажу вам, кстати, я теперь прям туда с удовольствием захожу.
И сегодня у меня мечта разложить эту кучу в гардеробные вещей, поэтому сейчас займусь этой мечтой, а потом уже буду готовить обед. Не выключается. Вот тут вот надо его искать, кнопку выключения. Да-да-да-да, вот она, мечта женщины. Это вот такая вот кладовка. Теперь здесь все более или менее в порядке. Естественно, кое-что надо довести до совершенства, но хотя бы я теперь знаю, что на какой полочке что стоит, что лежит. И вот здесь вот будет теперь моя полочка. Со всякими формочками, подносиками, красками. Вот так вот. Мне очень все нравится. Поэтому я счастлива. Теперь сюда захожу прям с удовольствием. А вот то место, которое хочется, чтобы мне нравилось. Так что пам, сейчас будем убирать все. Ура! Я все сделала. Знаете, как это? Кто молодец? Я молодец. Сама насорила, сама все убрала. Так что теперь идем готовить обед. Ну что, я начистила картошки. Сержаня тут мне принес лука целую миску. Сейчас буду делать поджарку для картошечки. Буду делать пюре с жарочкой. И пока купила билеты на Салют 7. Знаете где? Скачала приложение, как оказалось. Монитор есть такой. Вот. И в нем уже купила билеты. В общем, на Салют 7 пойдем сегодня смотреть в СБС, потому что там были диваны. Вот, 19.10, 310 рублей. Вот наши билеты. Вот наши 4 места, 8 ряд. И вот они уже куплены, заняты. Вот так вот. Так что пойдем. Я очень рада, хочется детям тоже показать про космос. Вот этот фильм. Кто смотрел, напишите, как вам. А мы сегодня вечером. Да что такое? В общем, вот так. Родители вроде бы говорили, что уже уехали, да? Нет. Они, по-моему, сказали же нам все, пока. Или потому что это мы уезжаем. Что мы уезжали? А-а-а. Они сейчас просили выпускать. Девушка, вы. Так, все, мы, в общем, сейчас выезжаем. Кино! Кто едет в кино? Крутой ты дядя. Тут какая-то жесть вообще с этой парковкой, да? Все забито. Мы уже на СБС. Просто экшен какой-то. Сейчас будем где-то парковаться. Еще нам же в Леруа Мерлен зайти. Мерлин. Как все тут красиво. Цветных. Угу. Там нету, блин, оленёнок. Угу. Я хочу себе такое же, только с рогами и на стене. Да, и слона тоже, только на стене. Заезжаем на платную, мы на диванах будем сидеть, на платную парковку, потому что вообще нету мест, да? Это просто ужас. Ага, это платная парковка, сына. Потому что никакой другой нет.
нам? Бедные. Что же нам с этим кризисом делать, а? Да. Как мы вот так же кружили два круга. Как жить, а? Ой, а вот там машина, я вижу, она уже десятой кружит. Да, походу. Да, какая красивая вообще стена, обалденная. Это мы в Леруа Мерлен зашли. Григорий, тележка. Ой, а мне вот такие штуки нравятся, слышишь? На прищепках. Как раз эти фотки с Инстаграм, знаешь? И вот гля большая. Прикольная, да? Угу. Это ты сама можешь сделать. Ну это я и сама такое могу сделать, точно. Прищепки. Мы где-то до с тобой в Леонардо прищепки видели, да? Вот этот, да? 15 на 20 я туда возьму. Да. Какой же у меня сертификат? Так, Григорий. Я хочу себе вот такую картину. Да? И картину с медведями. С медведями мне нравится. А? Такое дерево нарисовать? Да дерево я и сама могу такое нарисовать. На нашей кровати? Да, только там надо белыми. Ой, а тут куча наклеек. А? А, и вот наклейки. Вот такая, да, у нас есть. Это ростомер. Пошли за папой, а то сейчас потеряемся. Ага. Ты, папа, видишь, куда уже убежал? Галета для стула. Да. Вот это галета? А что тебе коричневый не нравится? А тебе нравится? Нормально, конечно. Зимний вариант? Пошли, пошли, папа. Я понял. Мама, то, блин, ну не слухайте. Ну пошли, ладно. Ну не слушай. Папа, посмотри, какие мангалы. А вот как круто называется. Дистиллятор Магарыч. Здесь такие классные грильчики. Ага. Все, мы уже в СБС зашли. Нашли седьмой зал. Еще нам чуть-чуть времени. 19:10 начало. Сейчас сколько? 18:34. Салют. А вот это смех. Снеговик какой-то, да? Пошлите с салютом 7. Шоколад все. А, это как этот? Простой шоколад. Это коктейль. Да? Ну, типа такие там фанты чудные, милки. Вот смотрите, вот это интересно. Это крышка, вот она открываешь и пьют. А, там да? Там есть маленькая дырочка, вот это конфеты, это шоколад. Это А, сами вкусы? Да. Это было ванилья, доктор Пеппер. Папа, что они сделали с Орео? Чего? Да, это Орео разное. Как будто там гадкий яйцо. Помнишь, ему скололи что-то, и он стал фиолетовым. Так же и Орео, наверное. Подожди, я понял. С сыром, попкорн. Мам, я хочу это, Принглас. Принглас? Да, они купили Принглас. Все, мы заходим в зал. У нас самый верх. Да, у нас на 8-й ряд. Афонечка, держись, пожалуйста.
под диван. Все, мы сели. Я тоже разбудила. Не надо. Не пугайте нас. Если мама разбудит. Будем ждать начала салюта. Как Антоша говорит, дедушка, мы поедем на 7 салютов, да? Подождите, подождите. Вам понравилось, Гриш? Мне да. Очень? Мне очень понравилось. Я даже плакала. Не, конечно, трогательно. Вот это очень. Где они, это, наушники, вот там жене и его дочке надевали. Ну да. Забирайся. Ты тоже, да? Да, одевай. Почувствовал, да? Да, трогательно. Афонька, ты готов? Нет. Домой едем? Да. Тебе как кино про космос? А мама! Что там дяди делали в космосе? А тебе осталось последние недели. Там ломали. А еще? Ломали? Да. Две недели, да? Мокрые ломали. Я бы хотела, чтобы мокрые. Антошик, а тебе как кино про космос? Давай. Пап, поправим Антошу шапку? Тоже. Ой, все, стоянка освободилась. Не, ну это же было в 1985 году. А у нас дождь пошел. В Краснодаре, по крайней мере, точно. Все, мы домой. Это сколько? 9:30, да? 9:26. Здорово. Все под впечатлением от фильма.